Всем привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения и выходных. Чем себя занять и что непременно стоит посетить? Разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! Дух рок-н-ролла, танцевальный драйв и мелодичные хиты мюзикла о жизни американской молодежи 50-х воссоздадут участники благотворительного проекта «Бриолин». Актеры – это обычные люди, будни которых проходят на работе. Архитекторы, финансисты, дизайнеры и не только. Несколько месяцев они готовились, чтобы зарядить зрителя отличным настроением. 9 февраля. Новосадовая, 106Г. В субботу в Самарской публичной библиотеке гитарно-поэтический вечер. Показать, на что ты способен в свободном микрофоне, обзавестись новыми знакомствами и насладиться липовым чаем. Организаторы обещают сделать все, чтобы согреть души своих гостей. Начало в 7 вечера. Музыкальный вечер намечается и сегодня в детской юношеской библиотеке на проспекте Ленина, 14. Советский хит «Шизгара» и другие популярные хиты нидерландской группы услышим на виниле. В художественном музее на картины не только можно будет посмотреть, но и услышать их звуки. Дадут концерт «Твой образ милый, незабвенный. Музыкальная жизнь русского портрета». В программе Шуберт, Шопен, Штраус. Как звучат картины, узнаем в 6 вечера. Все об истории Сокских Штолен можно узнать в библиотеке номер 29 в Красноглинском районе. Там открывается фотовыставка, на которой расскажут легенды и мифы загадочного места в Самаре. 9 февраля в час дня. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!